That was scary. Почти на море приземлились. Вот прикол. Готовы выдвигать. Это, короче, место наездников на собаках. Видите? Да, наши жабы, конечно, приедут. У меня 3 штуки в такую пойдет. Поехали, красавица. Доброе утро первого дня. Доги! Привет! Привет еще одним участникам соревнований. Привет, Доги! Готовы к забегу? Молодцы, спортсмены! Молодцы! What a day! В общем, показываю. Вот Альта. Вот здесь, вот сюда нас привезли. И здесь мы ночевали первую ночь. Первую ночь. В четверг прошли вот так, вот, вот так, вот, вот так, вот 25 километров. Пересекли самое большое озеро. Вот здесь где-то ночевали. Вчера, в пятницу, 8 марта, прошли вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Еще километров 20-25. И сегодня третий день, суббота, прошли. Да вообще мальца прошли вот до этих домиков равностыва, где сейчас находимся. А конец похода вот здесь даже не в Карашок, а где-то вот тут ближе. Что остались вообще понты. Но мы хотим завтра увидеть собак бегающих, потому что собаки начали забег вчера в Альте. Пробежали куда-то сюда и уже бегут вот сюда, вот сюда, вот сюда. И наши дороги с ними вот здесь должны пересечься. Надеюсь, завтра, ну нам тут осталось 16 километров. До сюда дойдем, посмотрим собак. Собственно, завтра уже конец похода. Фух, роем дырку под палатку. Пипец, 2 метра снега, вообще невозможно стоять. Опа! Так вот. The back is there. In Norway we always cuddle with the food. Время ужина. Okay. Я
Ями. Что у нас сегодня на обед? Real taste of something. Ага, beef stew. Ями. Утро в нашей китайской деревне. Вот. Кипятим воду на завтрак в термоса. Ой. Водка сегодня вообще зашибенная, сейчас покажу. Как в первый день. О! О, какая красота! Morning! Peace and love! Припарковались на последнюю ночевку. Надо равнять вниз по палатам. Наверное, метра два снизу. Проблема, не снимается лыжа. Ну что, придется спать в лыжах. Ну подумаешь. Хуже уже все равно никуда. Давайте, чемпионы! Вперед! Go! Вот это лай в лесу. Кажется, дошли. Husky farm. Let's see. What is here? О, домик прикольный. Шкуры висят. Рога, качели крутые. Ух ты. О, какой прикольный домик. О, лают-то. Не... Так, не туда повернули.